Карпик. 25-летний. Ну сколько, 30 лет? Ну, это да, где 25 было. 20 килограмм? Да, 20 килограмм. Вкусно было. Будет так. Он уже поперченный, посоленый. Сами не поперчили, сейчас чуть-чуть не кинем. Он у нас идет на сковородочку. Будет томиться сейчас. На медленном огне. Ну, в гаражных условиях что делать. Можно было бы на костре, но это мимо времени, после работы, да? Все устали, поэтому все так по-быстрому. Одна сковородочка, наверное, не поменяется.